Красотища какая. Все примочки сюда. Мазда как Делориан летает. Надо отвлечься, чтобы прокатиться. Сейчас поедем. А куда? Есть варианты? Обсуждался снегопада. Короче, ответы разделились. Значит, очень много думала, что поехал за пивом. Ну, в такую даль за пивом ездить не вариант. Жуки майские уже прошли. Ядрение феня, в принципе, близко. Но правильный вариант был за еще одной гонкой. И вот она. Приехала. Пятнашечка. Сейчас будем сгружать. Поедем. Только тормозить нечем там. Это коробочки с тюнингом. Ладно, ручник хоть работает. Зашел экшен небольшой где-то вот в этом моменте, когда я скатывался с автовоза, ручник просто кончился, перестал работать, но благополучно съехал, все хорошо. Валим туда, где солнышко светит. А тут сейчас накроет конкретно, блин. Дождя сбежать получилось, но в любом случае главное правило на въезде у нас водные процедуры. А еще вот Антоха приехал на весы. Ага. И тут небольшую лотерею перед взвешиванием. И я оказался ближе всех. Я сказал, что 900. 920 весу жиги. Развесовочка. Ну, неплохая, особенно по заду. Но когда садится Антоха, все немножечко меняется. Но мы поняли, куда что. Приписюнить, блин, будем делать. Но попозже. Тут ночные движения. Ювелирная сборка Мазды. На карбоновых приколюшечках. Вот. А я занимаюсь силой. Короче, для начала надо махнуть местами колеса, чтобы стрельнуть, что у нас там с развалом. А потом уже все остальное. Погнали. По всем тачкам сроки горят. Приходится тут ночевать, наверное. Сейчас поужинали, приступаем к развальным движениям. Отдельное спасибо хочется передать Геннадию Викторовичу, который очень бережно все запаковал и предусмотрительно все подвязал на хомутики. Просто вышка. Уровень подготовки к отправке бог. Развальчик стрельнул, проверил. В принципе, все понятно, ясно. Что у нас тут скажет начальник сборочного цеха? Сборка идет. Красава. Вообще огонь просто. Как же кайфово, когда такие каталочки есть. Можно тачку недвижимую в одного просто выставлять на подъемнике и вдоль и поперек. Чувак, здесь что-то происходит. Куда все подевалось? Где наш судья стиля? А ведь он точно шарит за стиль. Бля. Попутать можно. Вайсек. Это просто огонь огненный. Руль Mazda Speed. Приборка Mazda Speed. С GPS-спидометром и всякими диодиками, шифт-лампами. Пушка.